Все правильно. А, вижу, да. Может, ее в руки взять можно? Не, а искать так. Все, ты ее упустил зря. Ну. Стой! Блядство. Ну нахер. Ну нахер. Знаешь, как этот мем? Отец. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Я убежал. Даже стоять рядом не хочу. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем рыбачить. Нам понадобится удилище, катушка, поплавок, леска, крючок, ну и наживка. Это все вы сможете найти в нашей любимой игре Scam в местах лутания. Последовательность комплектующих для удочки вы видите на экране. Начнем. Самое интересное. Рыбалка. Берем удочку в руки. Нажимаем левую кнопку мышки. Появляется шкала. Зажимаем еще раз левую кнопку мышки. Отпускаем. Подкручиваем немножко на себя кролем мышки. И ждем. Рыба клюет, подсекаем ее. И тут самое интересное начинается. Мы ее немножко отпускаем, потом и подтягиваем. Отпускаем и подтягиваем. Отпускаем и подтягиваем. И так потихонечку, помаленечку она идет в наши руки. Вот он! Вот она, рыба моей мечты! Вот она! Вот она! Ясь! Ребята, ясь здоровенный! Здоровенный ясь! 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 Вот вам краткий курс по ловле рыбы в скаме. С вами был Розе. Всем пока!